Доброго всем времени суток, с вами Дексер. Продолжаем плавать на мусорном плоту, флот Сэм. Так, мне бы еще вспомнить, что я хотел, куда я хотел, и зачем я хотел. Да. И где я был? Трущобы не собирал, разрушенная фабрика не собирал. Разрушенная фабрика. Сбор ресурсов. А, все установлено. Полутано, что ли, уже? Тут бревна. Полутано. Хорошо. А, чем это оно надо? Ничего мне не надо. А ведь плавают. А, они пластик собирают. Нормально. Полная заправка. Все шикарно. Так, что мне надо? Мне надо еды. Еды тут нет. Ну, давайте смотреть. Справа простирается обширное пустое пространство. Я хрен что получу. Это что такое длинный остров? Тоже неплохо. Давайте вот сюда. Ну, вот как бы мне вот так вот еще рыбы вот захватить поболее, да? Нет, ну ладно, не буду жадничать. Захвачу вот так. Вперед. От мысли, как у меня вначале было, зачищать все, я уже отказался. Тут не на это рассчитано, да. Так, ок. Приплыли. Молодцом. Что у нас на длинном острове? Книжки. Опять-таки бревна. Каи мне, в общем-то, ну не очень нужны. Так, кораблик. Погнали. Так, далее. Виадук. Это надо. Отлично. Ну, тут водоросли. Заросшие скалы. Он что-то прочитал зловещие скалы. Думаю, хрена себе. Во. Пошел. Кроме этого, тут есть рыба. Это уже не так пойдет. Пойдет вот так. Это пойдет вот так. И вон еще. Вот так. Что я забыл? Это я вот эти три окучил, да? Рыба есть еще вот тут. Не, ну, в принципе, я в нее попадаю. Прекрасно. Максимальная скорость всего этого сбора. А что у нас по топливу? По топливу все было зашибись. По пластику жопинамбур. Почему жопинамбур, я, честно сказать, не знаю. Так здорово с пластиком у нас, да? Ладно. Людей 6 тел. Все заняты, что примечательно. Так, тут что? Фигачит. Нет, ну, видимо, там в пределах, так сказать, указанных величин они штампуют. Поэтому и пластика нету. Ну да, ладно. Везите, везите. Нам все надо. Нам надо что-то выращивать. Сейчас посмотрим. Выращивать. В смысле, исследовать. Выращивать. Так. Скворечник пока не уверен. Переработка пластика в сети тоже пока не уверен. Опреснитель здоровый, да? Ну, тоже как-то так. О, книжку подвезли, да? Жиранину надо будет. Короче, в эти надо по 25, сюда ни хрена уже не надо. Сюда 12. Ну, зачем мне сетки, я не знаю. Сюда 8, скворечник. С рыбками непонятно. Рыбки, да. Так, лимит сушеной рыбы надо задать. А у меня задан десяток. Молодцом. Ну, с водичкой, как вы видите, все прекрасно. Даже вот опреснитель менять, даже, честно сказать, не знаю, стоит, не стоит. Ну, давайте мы над этим сейчас подумаем. Что нужно для большого опреснителя? Трубы и пластик. Трубы 8 штук. 8 штук. 3, 3, 7. А потом еще одно. Железо к нам едет. Все хорошо. Единственное, что непонятно, что уже исследовали, что нет. Потому что оно как-то вот, ну, никак не бьется. Да, и видите, у нас тут прям вот... Дрова можно прямо вокруг плота собирать. А у нас тут... Ну, две лодки уходят, и все. Я не скажу, что прям люди плавают
напропалую. Блин, дрова вот прям так бы собирал здесь, а. Так, насколько склад забит? Склад вообще почти не забит. Давайте мы вот это вот под снос, я попробую рядом еще одну вкорячить. А, вот еще склад. Так, что у нас со складами? Ну, наши гигантские склады существуют, имеют право на существование. Бум! Сейчас там еще склад, эти я снесу. И что-то с этим я подумаю. Так, что он? Ну, просит улучшение кипятильник, конечно. Не знаю, он сюда влезет, не влезет, кипятильничек. Солярочки наши. Воду добывают просто в путь. Сейчас проблему немножко с едой. Но сейчас рыба будет. Сейчас рыболовное пошло. Что у нас тут? Так. Тут. Плаги ни на чем не взвелись. Плаги не взвелись, между прочим. То есть, видимо, еще плавают. Мало народу, мало. Мало. 6 рыл, они все чем-то заняты. То есть плавают 2 лодки. А рыбку-то еще ловить надо. А лодки даже не разгружаются, смотрите. Лодки стоят. Так, было 7, да? 8. Так, виадук окучили. То есть металла больше не будет. Дерево прям тут прям под бортом можно собирать. Ну, пластик надо нафигачить. Так, давай ты тут 2 будет лодки. Что. Тут все нормально. Жаранины, что ли, наделали? Больше, типа, да, лимит. А я лимит водорослей задавал, да? 10. Нет. А, тех 10 и этих 10. Ты кто? Птичья еда. О, логично. То есть мы сейчас рыбы и водоросли держим сырыми. Прекрасно. Вот этих можно десяток трубок сделать. Так, лимит, да? Все так. Будет сначала тяжело, но потом устаканится. Водоросли сырые. А где я их произвожу? А черт их знает, где я их произвожу, да? Ладно. Неважно. Да и это тоже не важно. Так. Тогда все понятно, они просто встают на это, на лимит. И дальше не делают. А на самом деле еда дальше есть. Хорошо. Это не может не радовать, пока там не окучили ничего и пока за рыбой не плаваем. Вот это хреново. Вот эти халявщики, блин. Они, конечно, заняты, я понимаю, но работать-то надо. Чего не плавать-то? Водоросли возят. И до сих пор еще не офигачили там. И убежал. Пить, что ли, убежал? Есть? А, нет, жаранину готовить убежал. Молодцы, молодец. Но пока по отсутствию пластика я ничего не могу сделать. Металл, в принципе, есть. Офигенный опреснитель у нас есть. Судя по темной капельке, нету. А, че, у меня 8 трубок есть, пластика у меня нету. Хорошо. Тут еще вопрос, где я его вкорячу. Тут бутылка, конечно, стоит в ряду домишек. Но я бы не хотел там, я бы хотел тут, чтобы далеко не носить. Мне кажется, он здоровый. Так, рыбку пошли ловить. Ну, рыбок-то еще много, мне кажется, да? О, эту рыбку собрали. Молодцом. Вон рыбка, вон рыбка. Рыбок мы еще собирать будем долго, да? Пятнашка. По пятнашке все не будет, да? Да, все по пятнашке. Ок. А, фишинг маркер ушел, да. А остров с водорослями еще не ушел, его еще окучивают. Водоросли у меня, небось. Исследование. Да я знаю, что исследование, у меня тройка только всего. А водоросли, да. Неплохо. И споры есть, и водоросли есть. Шикарно. Так, рыба высохла. Ну и народ, ну хватит водоросли производить. Давайте вы уже в лодку что-нибудь сделаете, а?
А что волки? А волки водоросли. А он рыбу собрал. Вот собака комнатная. Так. Продолжим. А я сам себе опреснилку убираю, да? Потому что этот склад большой, он с железом. В принципе, да. Ладно, пока не горит. Пока подождем. Но я тут позаменяю эти склады, конечно. А давайте пока разберете, что мне не разобрать-то. Сколько на таком складу вмещается? 45. А на таком 120. Я обе этих срани могу разобрать. Но они сюда торчат. То есть вот это вот тоже не в тему. С другой стороны, мне одного ряда на складу хватит. Если не жадничать. Всех припахал, лодки вообще не ходят. Тут как забито вообще доверху, а эти пустые. Странненько. Одна рыба сушится сиротливо. Так, рыбу нафиг, скалы нафиг. Осталась рыба и пластик. Пластиком затариться надо прям. Я думаю, будет больше людей, у меня сейчас 5 человек. Будет больше людей, можно еще лодок будет добавить. Хотя в какое место их добавлю, я пока не знаю. Сюда не добавляется, если что. Тут я вот так у тебя причал вытянул. То есть хотелось бы, да, прям такой хищный остров, который выплывает, все лутает мгновенно и уплывает дальше. Как в Space Haven у меня. Вот у меня мой корабль, там сколько у него? 6, что ли, этих капсул, которые собирают руду. И 2 шаттла для разборки кораблей. Вот здорово же. Кстати, в принципе, игра один в один. Обратите внимание. Что Space Haven, что вот это вот. Просто геймплей один в один. Я как-то, ну, когда только Флот Сэм вышел, там еще в самый такой странный доступ, когда там еще линиями плавали вот такими, я говорил, что вот такую бы игру, да про космос, да? Вот ее выпустили, Space Haven, но там, ну, она короткая относительно. То есть зашибись бы, но коротко она слишком. 5 рыбок. А тут 15, да? Вот тут 15. 2 захода рыбацкой лодки еще. Так. Да, вот я, может быть, еще бы лодку поставил рыбацкую, чтобы в 2 лодки ловить. Ну давайте что-нибудь за пластиком-то, а? Ироды. Хватит фигню страдать. Лимит везде, лимит. Воды у меня теперь просто жопы дави. Но я хочу большую поставить опреснялку, потому что, ну, не солидно с маленькой-то. Маленькая опреснялка, это не круто. Так, бачки все полные, ну почти полные. При лимите в 60, понятное дело, что они почти полные. Ну вообще битком. Так, все, рыбацкая ушла. Вот еще чувак, который тут бегает, рыбу собирает, он бы еще вот пластиком бы занялся, было бы вообще офигенно. Так, ну мне, наверное, уже можно большую опреснялку ставить. Да, можно. Большой опреснялку. Хрена себе. Ну тут даже можно не мечтать куда-то его воткнуть. Потому как шансов нет. А еще мне вот надо, можно не мечтать, вот туда вот выйти. А, вот мостик есть. Да. Не, ну как понятно, сюда можно. Тот снять. Да, я помню, что ничего не теряешь. Я помню. Давайте мы вот этот вот кебаб-хаус нафиг снесем. И возведем его в другом месте. Где у нас ресерчилка-то? Вот она. Да тут нигде не влазишь. Там мне не надо там. А где надо, вопрос, да? Короче, временная мера сюда. Сейчас немножко перенесем все это дело. Ну-ка. Перешурум-бурум все это.
Эту опреснялку сейчас снесу. Ту поставлю. Давайте, блин, переносите жабы. Так, под снос. А он там не прекратит работать, что ли? Эй, чувак, ты это, ты работу-то прекрати, не надо. Давайте, пока там кто-то добывает пластик, вы давайте фигачьте. Все это надо немножко перелопатить, чуть-чуть. О, есть большая опреснялка. Куда? Давай. Кыш. Ну забирай. Так. Мы открыли панель исследования. Мы ее не закрывали, панель исследования. Бульк! Вентилятор нет. Вот это вот хреново. А еще три трубы, да? Ну вот если вот эту разобрать. Да не, мне проще три трубы сделать. Из двух. Шесть. Давай. Я просто тут ее зафигачу. Где-нибудь. Тут есть такие вот странные дырки. Может, я куда-нибудь сюда ее вкорячу. Но мне для этого надо, чтобы у меня трубы были. Это вот длинная и плоская тоже. Куда хочешь, туда и ставь. Так, что по пластику? 55, тоже здорово. А, склады. Что нужно? Металлолом. Нужен металлолом обламинго. 55 пластика. Что осталось? 38 пластика. Ну, в принципе, две лодки у меня под это заряжены. Давайте что-то выгребем и плывем дальше. О, как раз две лодки вышли на промысел. Сейчас они туда почти все заберут. Что-то построили. А, ну и построили. Давай. А, по кругу. Шикардос. Ну, тут надо все это устаканить. Вот это вот сюда влезает рядом. Просто вот точно влезает. Но если я снесу, я воду потеряю. Правильно? Правильно. 22 воды. Они вот сюда не выльются. Поэтому надо сначала построить новую, потом снести старую. Так, а что, поплыли? Поплыли. Чайки. Честно сказать, не знаю. Ну, надо, наверное, а мне не с чего, чаек-то. Так, вот туда потом надо забирать будет. Чаек мне пока не с чего. Я понимаю, что чайки это хорошо. Но мне их нечем пока. Давай сюда. Биби. Вот это. И потом туда. Чаек пока не буду собирать. Ну, рыбы, домик, рыбы. Такое. Так. Погнали. Что-то у нас топливо и не топливо. Погнали. Да-да-да, туда. Водоросли. Тут же водоросли, тут водоросли. Так, что еще хорошего в округе? В округе есть рыба. Аж в трех местах. Рыбу я не могу упустить. Рыба наше все. Пусть мне будет плохо, рыбу я соберу. Так. Тут тоже. Игра, не висни, не надо. Это нехорошая тенденция виснуть. Плюс у меня рядом тут пластик. Но мы топливо не будем производить, так что все нормально. Железяк пока мало. Хорошо. Ну, не очень хорошо, но ладно. Так, можно строить склады большие. Большие склады, чего нету уже? Металлолома нету. Ждем. Я надеюсь, везут металлолом. Слева-то мне металлолом должны были привезти, да? Ну, так. Как будто. А сколько там надо-то? 10. Ну, 10 там, наверное, есть. А наш дистилляторщик фигачит тут уже вовсю, да? А что там, 61 воды? Ты что ты упарываешься-то? Не понял.
Так. Резервуар для воды есть. Не влазит. Так, ты из дерева, ты из пластика. Нафиг из дерева. Так, во-первых, вот сюда. Мне кажется, как-то вот так. А чё тебе? Я не понял, чем не хватает-то? А, зацепился за что-то, да? То есть, ну, за город, скажем так. Нет, пластик. Да что тебе не так-то, якоря тебе нет, да? А вот так у тебя якорь есть, так у тебя якорь есть. Вот так. У нас норм. Фигачьте. Мастерская жестянечка, сносим под снос. Ожидается дрифтер. Кроме этого, вот эту вот срань, вот сюда. Тут, соответственно, я тоже подснос. Глобальная перестройка. Всего и вся. Так, фабрику офигачили, молодца. Что-то построили, не меньше молодца. Звонок за звонком прям, да. С водой я еще долго не могу не париться. Ну, так все норм, в принципе-то. Сейчас я это все перестрою и буду уже складами заниматься. Заросшие скалы офигачены. Вон еще беготня идет, да? Одно разбирают, другое собирают. Бегом. Дынь-дынь, да. Временно у меня все есть. Книжек только нету. Ну так я и домик чаек могу потом строить. Спокойно уже, когда все будет. Все, что надо. Так, все, построили. Salty Ark. А, это название это. Very sweet. Salty Ark это почти Cactus Ark. Мастерская жестяничка идет в ширину. Так. Резервуар для воды. Давай сюда. Фигачьте. Мастерская жестяничка, она прям тут же будет. Просто продолжение. Так, чего я снес, не вернул? Вроде ничего. Сейчас с складами надо будет разобраться. И сушилочка-то у меня реально до хрена, может быть, столько не надо, конечно. Посмотрим. Так, я все построил. Ну, это понятно. Это у меня все есть. Все, что надо, есть. Ключевое слово, что надо, а не все. А тут, ну, это по необходимости. Да. То есть мне, если что, просто наращивать. А что вы все плаваете-то? Вы пешком дойти не можете. Умалишенные. Так. Флаг, да. Рыбки раз, рыбки два. Рыбок продолжаем добывать. Че, все построили? Молодца. Пусто. Под снос. Ну вот, уже норм. Все, зафигачено. Отлично. Склады. Очередной. Пум. Этот строю, этот разбираю. Под снос. И достраиваю еще. Вот так оно и будет. Вообще красота.
Так. Ну, сюда можно вот этих солярок еще. Может, вот эту перетащить, кстати. Хотя не уверен. А, скорее всего, тут тоже у меня ряд их будет. Ну, вот, вообще прекрасно. Прекрасно все. Пластика мало. Все мои вот эти вот. Ну, вот это сейчас разберу. Так, дальше нужно в книжке. Так. Рыбий маркер готов. Где еще рыбка? Вот рыбка. Маркер есть? Маркер есть, отлично. Ловите ее. Два заплыва и отчаливаем. С топливом вообще все без проблем. Пластика маловато, конечно. Но пластик есть везде. Пластик, вот куда ни поплыви, везде пластик. С этим вообще. Игра на редкость беспроблемная. Я не знаю, что с этим делать. Так, рыбовая сушилка. Ой, слушайте, вот тут офигенное место для рыбовой сушилки. И вот тут. А стройте, пожалуйста. Все равно больше ничего хорошего не сделаешь. А, это снос. Там, конечно, они хорошо напротив, но надо как-то вот пустые места заполнять. А тут так не получится. То есть вот это получится, а вот туда не воткну. Рядом с ней. Потому что надо, ну, с поворотом надо как бы. Давайте, ладно. Влезает вроде, влезает. А вот сюда не влезает. Как ни крути. Тут какой-нибудь хреновин такой маленького. Ну, да. Да тут маленький. А, ну она да, тут. О, тут таких маленьких построек нет, чтобы она сюда влезла. Ладно, то тут я могу одну сносить смело, да? Да. Сносим. Не нужно. Я сюда перенес. Так, рыбный маркер зафигачили. Лодка пришла? Лодка пришла. Отчаливаем. Так, книжный остров, остров чаек. К книжному надо плыть, как ни крути. Чайки, блин, чайки. А давайте посмотрим, может быть, я книжный остров-то и неплохо так офигачу. Так, потом туда надо влево будет. Ой, там впереди что-то есть. Ай-яй-яй-яй-яй. А я так... А, на все не могу. Вон там еще что-то. Ёлки. Тогда вот сюда надо будет потом плыть. Ладно, ок, ок. Книжный остров, камон. 12. Чаек точно можно фигачить. Так, рыбки, рыбёхи. Рыбёхи, давайте. Пум. А для чаек нужно... Для чаек нужно корм. А, нужна кормушка. То есть надо строить еще одну кормушку. Ну не кормушку, вот это столовка. Давайте, чайки. Я решил с вами подружиться. Чайка Стефан, спасение. Я тебя спасу. Ты будешь спасена, чайка Стефан. Так, почему я хочу еще одну кормушку? Потому что это людская. А мне нужно еще одну на птичью еду, как бы. Вот это, по-моему, да? Да. Да что ж ты вдоль-то настолько прям? Ну давай вдоль вот тут, она будет такая прям... Улица такая будет. Стефан присоединяется. Сейчас все вам будет, гнездо чайки, да, 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 да. Книжечки есть, поэтому давайте исследовать. Скворечник. Рыба у меня вроде до хрена. 50 рыб. Так, лимиты, лимиты. А рыбка, птичья еда, десяток, отлично. Построит, я прямо ее вот запущу в круговую и все. Может, я скворечник сюда встанет? Хорошо бы. Так, у нас пластик не очень. Пластик, к счастью, есть тут. Так, двух. Давай, затаримся.
Бревен пока прилично. Еды более чем. Она сырых рыб, что ли, за провиант считает? То есть не приготовленных, да? Ну так-то пофигу. Пусть будет. А, вот, с складами все хорошо. Так, погнали. Склады. Тыц-тыц. Мне кажется, хорошо. Дынь-дынь. Че дынь-дынь? Не понял, ну ладно. А, построили, да? Молодцом. Птичья еда по кругу. Вот такой дынь-дынь. Че тут еще у нас есть? Фишинг-маркер. А, ну да, птичек спасли, фишинг-маркер фигачим, да? Да, рыбка кончилась. Вон там последняя рыбка осталась. Мы ее сейчас выловим и вот сюда. Вон там еще что-то. А потом вон туда. Че, построили что-то? Нет. Че не так? Че где? Че как? А, скворечник есть, отлично. Скворечник. И погодите. А, он еще исследует, что ёкарный ты бабай. А сколько прошло, сколько осталось? Как-то вот. Там человек должен сидеть. Непонятно, ну ладно. Короче, ресерчить скворечник, в конце концов. Ну, я им сейчас просто много задал всего. Так, а птиц я пока... Вот. Одну рыбу ловить и две с пластиком. А, нет, а сколько людей? Две метки у меня. Завершил, наконец-то. Где у меня скворечник? Вот скворечник. Че, нужна? Металлолома. Ага, понятно. Извини, птиц, пока никак. Вот еды тебе нафигачили, а вот скворечника тебе никак. Так, это рыбак учесал. Сейчас немножко пластиком прибрахлимся. Носится как укушенные, блин. Тут даже рыбку еще не всю выпилили. Есть, рыбка ушла. Давайте затаривать пластик и отчаливаем. Я просто от души жахнул пластика. 105. Ну ладно. Место пока есть у него наполовину пусто. А что это они рыбу сушить повесили? Рыба кончилась. Все, лимит. Все в лимите. Все хорошо. Давайте, в лодке поплыли нафиг. А что ты ничем не занят? Собака комнатная. Давайте, в две лодки, причем рядом. Вы сейчас пластиками нафигачите просто в гору. И поплывем по... Чё? Скоро покинут город. Да иди ты нафиг, скоро ты покинешь мне город. Будет тебе скворечник. Сейчас железяку наберем и будет. Ладно, все, уговорил. Уговорил, гнусный птиц. Так, мне нужно вот так переместиться. Там пластик далеко, но мне в первую очередь сейчас нужно виадук. Одинокий остров, я так понимаю, там человек сидит. Блин, сколько тут всего, да? Ну, надо заворачивать вниз. Виадук, виадук. Ты нам друг или не друг? Погнали. Сбор. Быстрее, птичник не ждет. Пошло, отлично. Тут спасение. Хуман нам тоже пригодится. Тут полежки. Все берем. Все, говорю, берем. Что, есть еще в округе? Тут где-то пластик на грани вымирания, но мы его не будем трогать. Давай, виадук, вези меня, виадук. Давай быстрее, быстрее, виадук. У меня птица улетает.
А мне нужно здесь скворечник строить срочно. Че, везешь? Блин, за счет меня человека везешь. Вези мне железо. Вот, везет железо. 10, по-моему, железо, да, он везет, да. Десяток. У меня десяток хватит, мне кажется. Так. А, птичнику сколько нужно? Десятка нужно. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока ворона не смылась. Насколько я помню, ворону просто посылаешь точно так же, как посылаешь. О! Чуть-чуть не вписалось. Ладно. Точно так же, как посылаешь лодку, ворону посылаешь. Давай. Птица, тебе все есть. Птица, не покидай меня. На сортир похож, с дыркой посередине. Такой морской сральник. Давайте быстрее строить ироды. Птица улетит. Ну. Быстрее, быстрее. Эй, есть. Нет, еще стучат. Ну, елки, ну давайте же. Ты мне еще расскажешь, что тебе жрать нечего. Корма им насыпьте, сволочам. Так, прекрасно. У меня теперь вопрос. Что-то ворона там делать-то будет. Доставку ресурсов, пластиковых отходов, все. Она типа сама что-то собирает все, а что такое? Сонное время поспать. Да пофигу. Она там сейчас спит, а потом она будет летать сама собирать, что ли, получается? Эй, ты не хочешь покидать город? И куда она чесанула? Алярм? А, я понял. То есть она будет сама таскать, что в голову взбредет, да? Не осуждаю. А, он покинул? Я могу знать, какого хрена он покинул? Ему все поставили. Или все, этот таймер запустился, и это уже все. Ворона со мной больше не живет. Окей. Я вам припомню. Так. Все могу. Вообще все могу. Никак не влазит. Вот это жаль, вот чуть-чуть. Чуть-чуть, блин. А что я сюда могу отнуть? Вот эти могу сюда отнуть. Вот как тут не промахнуться, а? Наверное, вот отсюда можно доску строить. Доску, дорожку. Бревна, пофигу бревна. Так. Я думаю, вот так, а? А к ним большие склады. Во, влазят прекрасно. Давай раз. Делай раз. Делай два. Красота. Снос. Поставить. И вот ту я тоже, наверное, снесу, а я сюда не воткну, да? Ну, увидим, увидим. Может, вообще просто ее снесу, и мне столько сушилок не надо. Ну, вот такие глобальные перестроения. Ну что ж. Чайка-сволочь. Чайка-сволочь, на этом давайте закончим. Что у меня тут? Лак, лак. А фиг ли не трущобы? А, не закончили трущобы еще. Ладно, я, две книжки еще осталось, надо же. На этом давайте закончим. Жмите, пишите. До новых встреч.